друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», и я его ведущий Олег. В качестве рекламы, все-таки канал мой, поэтому я, в принципе, могу рекламировать. Вы знаете, ребята, у меня появилось новое увлечение. Я стал фотографировать. Выхожу на улицу, задаю себе какое-то задание, то есть у меня прогулка, я иду, выхожу на улицу с заданием таким, фотографировать, например, животных, или фотографировать улицы, или фотографировать дороги. Прошел я курс обучения фотографирования зеркальной камерой, поэтому приглашаю всех на мой канал, который называется «Фотомастерская. Мой город Кемерово». Приходите, подписывайтесь, ставьте лайки, жду вас всем в гости. Наслаждайтесь, там очень хорошая музыка, я думаю, что и фотографии неплохие. Если у кого-то есть увлечение тоже фотографировать, я думаю, что когда вы занимаетесь собачкой, то есть дрессируете ее, это же прекрасное времяпрепровождение. Почему бы с собой не взять в руки фотоаппарат? А на этом канале мы с вами можем в виде комментариев, может быть, я думаю, что откроем какую-то группу ВКонтакте по фотографированию, где будем делиться полученным опытом. То есть, положим, таким-то образом сделать глубину резкости или сделать какую-то портретную съемку, какой объектив использовать лучше, какой фотоаппарат лучше использовать. В общем, друзья мои, подписывайтесь, заходите, ставьте лайки. Фотомастерская «Мой город Кемерово». Всех приглашаю. Спасибо.